Ну что ж, всем привет, очередной влог начинаю я с этого дня. Ой, все вам нравится, да, посмотреть? Значит, у нас идет такой прям снегопад. Снегопад, снегопад. Когда тебе надо лететь, чемодан у меня собран. Вот, как бы все документы приготовлены. Мы, это сын приехал с Еревана, в подарок привез друзьям этот армянские вина. Что могу сказать? Значит, собаки, у меня остаетесь вы дома. Я приеду очень быстро, не переживайте. Вот. Значит, мы летим с Аркадием в Сербию, в Белград. Ну, какая же красивая картина. Мы летим, у нас завтра собеседование. И, конечно, когда этот влог уже выйдет, я уже буду знать результаты этого собеседования. Дадут нам визу в США, не дадут. Сейчас, ну, бывает, говорят, ну, бывают одобрения 50 на 50, как получится. Поэтому, как будет, так будет. Я, в принципе, уже, ну, в принципе, приготовилась к любому ответу. Конечно, хотелось бы, раз мы делаем такие... ну, движение, идем, летим куда-то. Конечно, хотелось бы, что скрывать, получить визу. Россиянам дают визу на 3 года. И мы, конечно, ну, хотели бы ее иметь на тот случай, если вдруг Кариночка захочет ну, второго ребенка. Она хотела бы, чтобы мы приехали хотя бы на 9-м месяце, ей помогли. Поэтому будет интересный влог с путешествия. Приятного всем просмотра и в путь. Как мы полетим, снегопад, будет ли задержка, все это самое мне интересно. Кстати, я хотела еще сказать, потому что я записывала видео, как мы сейчас общаемся с Кариной. И я точно знаю, что я в какой-то видеовлог должна буду ее вставить. Поэтому вот после вот этого сообщения я должна запомнить, что я должна вставить, как мы общаемся с Кариной, которая сейчас в Лос-Анджелесе. В принципе, так будем мы общаться на протяжении 2-3 месяцев. Они обещали быстро вернуться. Мы также конференции целые делаем. Нас там бывает по 6 человек, да, как бы всех сразу, чтобы одним разом всех оповестить, как дела у Карины. Поэтому вставляю. Ой, Аркашечка, я как раз гулять с ними собиралась. Идем? Ой, аж 2 Аркашечки у меня пришли. Привет, пацаны. Мы идем гулять. Я как раз снимаю видеовлог. Да, кто со мной, тот герой. Карен, хочешь, ты со мной пойдешь? Да не, ну я должна перед отлетом еще этот. Мы сейчас выезжаем в аэропорт уже. Посмотри, Аркашенька, я тебе приготовила вот костюм. Все-таки на собеседование и свои сапоги я и костюм убрала. Что это такое? Сейчас исправим. Где мой домок? Ну, это так сейчас, видимо, как бы так получилось. Извиняйте. Вот, так что, так, евро готовы, пакет документов готов, штатив, главное, при мне, и все. Значит, вы пока посмотрите видосики, как общение, и дальше вы узнаете, есть ли у нас виза или нет. Тум! Мальчики, вы не должны скучать. У вас есть вы друг с другом, и вы остаетесь с сыном, с моим. О, у меня 4 собаки. Нет, мои собаки, это что-то с чем-то. Они очень любят друг друга. Они очень любят друг друга. Они постоянно вот так целуются. Я просто безгранично счастлива, что они у меня двое. Все, я взяла маленькую сумочку свою любимую, паспорта, все, деньги здесь. Я люблю так, ничего не потеряется. Телефон в руках пока. Вот второй телефон здесь. Я взяла под этот костюм, не судите строго, полушубок, потому что там я должна ходить в сапогах и в красивом костюме сером своем. И там этот полушубок только подойдет. И куртка большая не подойдет. И там плюс 5 я посмотрела. Да, мальчики? А где мои другие мальчики? Все, выходим, пацаны. Давайте, берите чемоданы. Аркашенька, ты где? Аркашенька у нас целыми днями разговаривает по телефону. Таких, как Аркадий, вообще, папа, наверное, нету. Ты сейчас в аэропорт едешь. Так, быстро домой. Куда ты пошел? И ты куда пошел? Давай, выходи, я их заведу. Винни, ко мне. Мальчики, ну вы никуда не идете. Винни, ко мне. Да. Быстрее. Давай, сыны. Все,
Прикрывай дверку, я иду за тобой. Все, свет выключаем. Здесь я им всегда оставляю один свет. Ага, вот этот, ой. Вот этот я вам, мальчики, оставляю. Счастливого пути, увидимся с вами в субботу, рано утром. Обязательно сниму вот такой же процесс. А мы с вами еще увидимся в аэропорту. Так, красивый глобус хотела, чтобы был виден. Мы уже в аэропорту Шереметьево. Мне нравится на селфи-палку снимать. Вот так идем. Кариночка, отчиталась я, что мы уже прошли. Сейчас мы заходим в аэропорт. Зеленый коридор. Покажу дальше, что будем делать. Завтра очень важный день. У меня по Сбербанку есть привилегии посещения перед полетом в бизнес-зале. Пойдем покушаем, милый. Вина попьем, шампанское. Отметим наш полет. Отметим наш полет. Ой, а вот здесь такое место романтичное, но уже здесь нет. Вот такое же бы сесть где-нибудь. Вот. Да-да. Да, сейчас найдем. Здесь вот даже, видишь, бутылку можно брать. Здесь даже бутылку можно брать. А вот-вот-вот, смотри. Вещи здесь уже? Да, вещи. Ну ничего, пойдем. Кто ищет, тот всегда найдет. Нам лучше здесь сидеть, покушать еще можно. Стол. Да, вот у нас есть место. Мы его забронировали. Короче, спасибо тебе, Сбербанк. Самое интересное, что Домодедово нас не пустили. Сказали, что уже отменен. Это очень несправедливо. Но это правильно. Потому что у нас есть два раза проезд в месяц. Каждый месяц причем. Может, еще на обратно пойдем. А что ты куртку не снял? Жарко же. Я, если честно, не хочу особо кушать. О, морская капуста. Напитки где наливают? Вот это мое. Чтобы летать. Вот это тоже мое. Салатик сейчас возьму. О, колбаса, сыр. То, что нужно. Сколько у них здесь вина уходит. Батюшки мои. Так, сладости не хочу. Канапешечки, безесечки. С тобой не пропадешь, муж. Давай за наш удачный полет, чтобы он у нас был очень удачным. Ну, как бы мы с Аркадием договорились, что мы не расстроимся, да? Как будет, так будет. Еще раз, чтобы нам дали визу в Америку. Вот, поэтому спасибо Сбербанк премиум. Вот у меня есть, видите, карточка МИР. И еще у меня есть казахстанская карточка, чтобы я могла чувствовать себя как человек, а не как в Дубае. Без карточек, без ничего. О, снег идет, лишь бы задержки рейса не было. Ой, спасибо, мой добытчик. Ой, какой ты. Будут все писать в комментариях. Хороший. Ну, летят в Сербию, как и в Болгарии летят. Так же каждый человек летит в свою страну, куда хочет. Аркадий все время удивляется, почему всегда есть. Это наш самолет, это наш рукав. Пошли, любовь моя. Это аэропорт Шереметьево. Нам все очень нравится. Мы посидели в бизнес-зале. Нам хорошо. Я люблю перед полетом выпить бокал вина. Ну, честно, мне так легче. Я не боюсь летать, но как бы мне просто так хорошо. Нам еще дали хорошие места, мне сказали, у вас все хорошо со здоровьем. Вы можете сесть в аварийные места? Я сказала, можем. Сейчас покажу вам аварийные места. Да, Аркашенька, обязательно спи. Короче, мы сидели на 12 ряду, чтобы вы понимали, где-то вот там в начале. Когда мы пришли в туалет, мы поняли, что задняя часть самолета совершенно пустая. Более того, здесь прохладно. Мы, короче, заняли козырные места. Сейчас я разуюсь даже. Вот у меня есть водичка вкусная.
Здесь дают такую водичку классную. Вот такие бутылочки красивые. Короче, мы решили спать здесь. Я монтирую видео. Сейчас я покажу себя. Короче, я монтирую видео «Первая московская», где мы разбираем елку, где вначале я вставила монтика много, да, как бы. Ну, короче, полет проходит нормально. Аркадий кайфует. Спать хочу. Нам лететь еще часа два. Полет проходит в полной темноте. Ничего не видно за окном. Если честно, это не очень просто все снимать. Потом сейчас я монтировала видос, пока добавилось видео, у меня прошло ровно час. Мы, между прочим, стояли перед взлетом ровно час. Карен тоже мне писал до этого с Еревана, когда он летел. Что, говорит, мам, типа мы уже час в самолете. У нас снегопад был, самолет обрабатывался определенно, проходил процедуру, вот, и полетел спустя минут 50 точно. Ну, мне это время как-то быстро коротается, потому что я сижу в наушниках и монтирую видео. Мы в итоге с Аркадием вместе сели. Вот не на последнем ряде. Он пришел сюда. Я пришла к нему. During our preparations for arrival, we are required to suspend the service. Thank you. При приземлении встанет, немножко трясет. Не надо бояться. Никогда так не закладывала уши. Добро пожаловать в Словакию, пишет. Почему в Словакию? Наверное, куда отправились там? Мы летели, наверное, через Словакию. Ой-ой-ой. Мое ухо. И оно прям не то, что закладывает, оно очень сильно болит. У меня так в детстве только ушко болело. Именно правое. Сейчас посадку покажу. Короче, вот у нас уже земля. Вот у меня. Да, все у меня записано. Все под контролем, друг. Вот осталась загрузка. Ух ты. Ага, все, сейчас будем садиться. У меня уже традиция снимать вот эту машину. Еду. Слушай, ну мы там вот прям слабо. Много фонарей. Смотрите, мне просто пришло оповещение, вот она земля. Вот наш самолет летит, 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 летит.
супер, как говорят, Болгарии. И вот чем-то язык у сербов, это сербские авиалинии. Вот, пожалуйста, Air Service. Так, мы видим, 83% загружается. Все, добро пожаловать в Сербию. Хорошего нам дня. Конечно, я думаю, с вами не прощаюсь. Может быть, вечерний рум-тур сниму отеля. Может быть, утречный. Главное, заселиться. Языка не знаем, ничего не знаем. Методом тыканья будем сейчас заселяться. Это что, Аркашенька, наш отель? Это же снег. Радисон. Короче, мы заселились. Сейчас идем в номер. Спасибо, дочка помогает. Здесь русские не знают, к сожалению, вот на ресепшене. Здесь даже есть небольшой снежок. Он отличается от... Вот, пойдем на второй этаж. А я так это говорила, где? Здесь всего 3 этажа. А, вот он. Вот это где-то наш номер 214. Так что, короче... Мы уже здесь. Завтра все покажу подробнее. А сейчас пойдемте в номер. Давай. Ну, тепло, хорошо. Опачки. А ты? Вот такой. О, бар. На сегодня мы уже все приняли. Финиш. Банкомат, денежку можно снять. Радисон. Так, здесь лифт или пешком? Лифт. А, пешком или лифт? А? Не знаю. Вот она я. Всегда интересно быть в новой стране, мы здесь первый раз. Девятый этаж там пошел. Ну, мы пришли в тот отсек, который вот там был. Сейчас посмотрим. Так. 9-й этаж, как будто домой поднимаемся. Вау, какой красивый лифт. Вау, зеркало. 2-й этаж, пожалуйста. Нажимаем, карточку приготовили. Все показываю в онлайн-режиме. Сегодня довольна, но завтра я тоже буду довольна при любом исходе. Это я вам обещаю. Как бы да-да, нет-нет, на, как говорится, на этом клин свет не сошелся, как говорится. Вот, какая, смотрите, я модная, красивая. Аркашенька, мы не едем. Да-да. Я хочу сам, да, себе? Карточку приложить, наверное. Ну, 2 и прикладываю сейчас. Все должна брать под свой контроль. Я сделал карточку. 214. Пойдем. Так, 212. 214. Давай, пожалуйста, сюда. Наш номер. Открываем. Давай, пока зарядка не села. Каши мало ел ты, что ли? Да, прикладывай карточку сюда, вставь. Давай, быстрее же. Вах. О, как хорошо. Уютненько. О, телевизор. Слоников нету никаких. Вах, вах, вах. Ну, прям не Радисон, а Редисон. В Редисоне то не так круто было, как в Радисоне. Да, вот в Москве, да. Да. Ой. А здесь вот такое зеркало. Ёлка-лымана. Ну, вид, я так полагаю, с окна особо не будет, так как сейчас это 2-й этаж, и особо здесь просто улица. Но номер офигенный. Да, дочь, ты как будто прям как на картинке все видела. Так, вот в Германии. Ну, что же это? Шикардос. Прям постельное белье, как у меня дома. Стекло видно? Не, офигенно, офигенно.
Еще все нравится, могу разуваться. Ой, завтра будет день. Ой, здесь еще это что, мебель офигенная, лучше, чем в Дубае. Лучше, чем в Дубае, есть чем сравнивать, да. Давай сейчас телефону достань зарядки своего кармана с куртки сразу. Поставим весы есть, давай сейчас взвесимся. Не, мне нравится. А это что, еще и туалет. Ой, офигенно вообще, у них как красиво все. И салфеточки просто вот так прям Радисон. Крутяк, крутяков. Вау. Прям очень свеженько, да, выглядит? Смотри, прям очень мне нравится. Я прям балдю. Раковина, Аркаш, ты посмотри. Здесь прям этот... Здесь единственное, бара нету. Ничего страшного. Вот он наш бар. И кофемашина есть, и чай. Что еще надо? Ну, мы же в машине их съели, Аркаш, ну ты... Как это? Мы же два съели. А, ну давай почистим, ага. Полы, полы как у Карины. Доска, да. Угу. Можно даже по округе пойти, если что, прогуляться будет желание. Давайте, до утра. Может быть, до утлицы. Сейчас посмотрим, что нам здесь сидеть. Пойдем по окрестности походим. Не, мне вообще шикарно нравится. Сейчас, если здесь еще YouTube есть, чтобы свой влог включить, и вообще будет бомба. А Wi-Fi, Wi-Fi есть? Мне надо видео загрузить, поставить. Ой, ну болтушка. Two, zero. Здорово. Доброе утро еще раз. Идет на завтрак. Давай, показывай. Пахнет. Ну пойдем, все покажет. Даже не переживаю. Как будет так? Так, мы пришли на завтрак. Так, мне водичку вот эту, Аркашечка, наливай. С апельсинчиками, лимончиками. Хлебушек, кофе. Да, я попью, прям попить хочу. Это кофе, булочка. Мне так нравится, что они редиску и в Дубае на завтраке подают. Вот сыры, сейчас я наберу себе сырочков. Пожалуйста, все, что хотите. Джем, молочко, пожалуйста, сметанка, кашка, мюсли. Ух ты, блин, это что, от машины зеркала? Как оригинально. Когда жалко было выкинуть. И фара. Приятного аппетита, дорогой. Когда не услышал и даже не говоришь спасибо, дорогая, тебе тоже. Ну, как бы, да. Небольшой зал. Давай попробуем вот этот баничек. Значит, пакеты документов взяли, такси вызвали. А, какое-то волнение немножко присутствует, только не знаю зачем, как будто я не знаю. Как будто я хочу лететь 16 часов. Я наоборот хочу, чтобы не дали визу где-то в глубине души. Ну а вдруг Кариночке надо помочь, поэтому как будет, так будет. Аркашенька, покажи мой выход, пожалуйста. Сейчас смотри, здесь смотри, как красиво. Какой номер дали такси? 023 какой-то. Пойдем на выход. Идем. Это не наш. А? Давай. Это не наш. Я знаю, что это не наш. Просто я из-за меня догоняю мой оператор. Все говорят, что Аркадий прекрасный оператор. Вот. Ой, смотри, слева. Слушай,
Слушай, как мы скучаем по этому, да? Когда мы вот приезжали в Германию, вот на выставки. Когда зимой едешь, всегда в январе были выставки в Мюнхене, Бау. И мы по работе ездили. И как раз таки вот, ну там тоже тепло, вот так хорошо. Иди вперед. Покажи нашу гостиницу. Вот потом придет здание в дальнейшем у нас. Вот в этом, наверное, у нас 214. Вот. Там справа. Думаю, там, да. Ух, ладно, теперь я уже точно увижусь с вами вот после выхода с посольства. Ночью был минус, смотри, замерз. Да. Вот это, я думаю, наш уже такси подъезжает. Здесь тоже банкомат есть, можно здесь попробовать. Елочки еще стоят, короче. Ну все, нам удачи, как бы. Как будет, так будет, как говорится, от нас решение не зависит. Посмотрим. Увидимся с печальными лицами или с довольными. Давайте. Ух, ну что, мои дорогие, могу сказать, что так. Это произошло, это случилось. Собеседование проходило минуты две. Немножко я, конечно, нервничала, но у нас получилось, нам одобрили визу, это хорошо. Это значит, что мы сможем в любой момент, когда Карина нас захочет увидеть, просто полететь и ей помочь. Так что я безумно счастлива, я так радовалась. Первые эмоции были вот на WhatsApp, на Stories, я обязательно вставочки эти вставлю, как мы радовались, как мы посылали всем вот эти рассылки, что у нас есть виза. Вы понимаете, ну, люди ушли, там семья, им отказ, там тот парень ушел, им отказ. Девушка ушла, отказ. И я сижу такая, думаю, ну и у нас, наверное, будет отказ. Я, смотрите, какое небо голубое, погода шикарная. Я могу сказать, что даже здесь жарко. Я такая красивая, бизнес-вумен. Ну, короче, я думала, я там что-то не в полный рост буду так стоять, меня будут видеть. А получилось как в Германии. Просто приходишь на собеседование, тетя спрашивает вопросы периодически какие-то. Ну, благодаря тому, что у нас, я сказала, есть родители, еще Аркадию, папе 86 лет, и у меня маме 75, и сын. Это основной, как бы, получается, вот говорят, прям вот закрепительный уже положительный ответ, то, что у нас есть еще, они сказали, дома, у вас есть что-нибудь в Москве? Мы сказали, у нас есть, да, квартиры, и загородный дом, и родители, и свой бизнес, и понимаете, ну, как бы, вот, в принципе, кейс хороший. Спасибо всем агентству, с кем мы работали. Обязательно ссылочку оставлю в описании, обращайтесь. Но очень все говорят, готовят, подготавливают великолепно. Поэтому очень-очень довольна. А ты, Аркашенька, доволен? Очень доволен. Мы уже обнимались, целовались, уже радовались вместе. Так что пошли гулять по Белграду. Интересно, успеем мы этот... Пойдем, да. Успеем ли мы паспорта получить до пятницы? У нас билет в пятницу вечером. Ну, не успеем, как я сказала, будем менять. Вот, штатив мы дома оставили, потому что здесь минимум вещей можно брать, ничего лишнего. Ни один документ не спросили. Потратилось на переводы 20 тысяч. Столько у меня здесь все оригиналы. И армянский паспорт, и русский старый паспорт. Ну, все паспорта есть, ничего не спросили. Общение и просто улыбаться надо. Ну, все, теперь и хорошие алиби. А, и хорошие алиби. Ну, чтобы дети были там какие-то. Все, пошли гулять, давай такси закажем. Всем привет из солнечного Белграда, из Сербии. Короче, мы счастливы, нам одобрили визу. Так что все хорошо. Как-нибудь, да, когда... Да, в Америке. Ой, как мы рады, как мы рады. Всем привет! У нас хорошие новости. Нам солнце одобрили визу. Ждем письмо. Ну, сейчас голосовое запишу, если хотите еще. Кому? Спасибо большое. Счастливы. Куда ты будешь? Так, наше солнышко сегодня спряталось. Ну, завтра оно обещало вернуться. Завтра будет плюс 11. Сегодня тоже довольно-таки тепло. Я так смотрю, у них даже вот, знаете, висят горшки с цветами. Какая-то ампельная бегония. Да. Ну, подожди, вот так вот. Так. Не, вот мой оператор. Мой оператор. Очень тепло. Мы пришли в центр погулять. Да, это прям ампельная бегония какая-то непонятная. Давай, смотри. Ну, давай куда-нибудь просто пойдем. И уже будем ходить.
все-таки январь. Сегодня 23 января. Получается, по американскому времени сегодня именно Монтику 11 месяцев, и именно сегодня нам дали визу. И это не есть замечательно. Здесь еще ярмарки есть, сейчас я переверну камеру, покажу. Нет. Да, нет, вот видите, как будто елка, смотри, цветочки. У меня улыбка весь день исходит с лица. Я так рада. Господи. Так, что это, пахлава? Это орехом. Ну, господи, вкусно. Вкусной сладости не, мы худеем, Аркашечка, нам нельзя. Мы худеем. Максимум мандарины, фрукты. Я его как рулет. Да. Шапка. Мы что, по Арбату гуляем? Ах, это центр. Вот сладких покон. То что они там кирпичи. Цветочки. Ну, в принципе, выйти поняли. Мы где-то типа Северного проспекта в Ереване или Новый Арбат в Москве, да? Типа такого. И тут такие лавочки, елочка, ну такая скромная, но она светится, я думаю, красиво ночью. Видите, фонарики горят. Здесь идет мед, сиропы какие-то, да? Какие вина? Где ты видишь вина? Не, вин нету. Золотые. Вина? Не знаю, Глинтвейн. А, Глинтвейн. Maybe testing gratis is золотые, не просто излишне тест. Кувана, это кувана вино. О, Глинтвейн, горяченький. Да, Кристина, кто из фром? Раша. Раша, браво, Раша. Раша. О, горячий, смотри, Аркашенька, на меня показывает. Это почему? Это глин? У меня что было нельзя посмотреть. Туриста, да. Я хочу этот глинтвейн, даже не пробую его. Он очень вкусно пахнет. Ну, попробуй купи. Делишес. Как вкусно. Как вино, дома я варю. Домашнее вино. Мой продукт с Косово. На, попробуй чуть-чуть. Осталось. О, шатамова. Скажи. Возьми, что ты делаешь. А это как это? Купить надо мне. А карта есть? Карта, что оплата, можно карта, да? Доллар, евро. Евро. Евро, можно. Вообще, где можно поменять евро? Портокал. Портокал. Снимай, пожалуйста. Если перезумерить. Где можно евро поменять? Евро? Ну, я говорю, что меняешь все тут право. Там есть, да? Да, право. Аркашенька, ты будешь? Мешкариться. Корица 3 поля. Хочу. Да? Не, корицу не хочу. Да, корицу не хочет. И все, ну давай налей. Да, налей. Что, я одна что ли буду пить? Нам же есть что отметить. Держи, ты наблюдай, ты же оператор. Дай замени чуть я кофе, дай себе 2 и сколько. Так, у нас 5 минимальных, да, наверное? Аккуратно. Это очень вкусно. Практически не отличается от моего. Ты хорошо готовишь, будет на это. А, ну да. Получается вот. Мастика чувствуется, понял, да? Прям очень вкусно. Да я тоже с удовольствием не снялась где-нибудь съела, потому что, слушайте, все равно атмосфера какая-то вот, ну, другая. Но все-таки, когда зимой нету снега, это по-другому ощущается, и морозы. Ну, тепло. Сейчас, чуть-чуть. Аркашенька, это чай. Иди сюда, поболтай. Я мог бы... Садись. Да, я знаю. Это чай. Европа. Ну слушай, смотри, ну, вот как будто Германию немножко напоминает. Ну Европа же. Ну Европа, ну вот я как будто, знаете, я честно слово, мы каждый раз в январе где-то раз в 2 года мы летали в Мюнхен на выставку БАУ по работе.
Мы гуляли, ходили, заходили в эти огромные пивные, мы постоянно вот, ну, покупали вина прекрасные. Ну просто честно, нам этого не хватает с тобой сейчас. Вот. Поштатская штедионица. Поштанская. Ну интересно как. Вот. Честно слово. Я даже хочу, чтобы нам паспорта не дали очень вовремя. Я хочу еще здесь немножко побыть. Паспорта делаются типа по закону 10 дней. Нет. Но могут и 3-5 дней. У нас билет. У нас билет на пятницу уже куплен. И успеем ли мы на свой рейс, неизвестно. Если там все оперативно сделают, то они нам пришлют на письмо, на почту электронную, что ваши паспорта переданы в DHL по указанному адресу. И через часа они уже 4 там. И мы должны поехать их забрать и попробовать улететь. Если так будет, хорошо. Если нет, тоже хорошо. Если нет, это снова бронируем гостиницу. Ну, гостиницу надо продлить. Траты билеты дополнительные. Билеты, я не знаю, у нас если не сдаваемые, то это они просто сгорают. Ну, как говорится, кто не рискует, тот не пьет глинтвейн в центре города Белграда. Давай еще раз отметим, пожалуйста. Чокнемся. Очень вкусно. Да, если бы нам не дали бы визу, мы бы с другим настроением. Ну, если бы не дали визу, как бы нас проходил вечер? Все равно так же, но настроение. Ну, мы бы знали, что точно полетим. Мы бы говорили, ну и ладно, нам не надо будет лететь там 16 часов. Нет, я рада. Нам должны дать на 3 года, потому что, говорят, россиянам дают. Мы за ней приехали. Ну, мы за ней приехали, мы потратили, да. И уехали. Ну, нам говорило агентство, что у нас хороший кейс. У нас, в принципе, знаете, я говорила уже, по-моему, родители остались. Да, ну и возраст наш такой. Возраст такой, у нас бизнес свой. Они на все эти параметры смотрят. Конечно, молодым они отказывают. Семьям целиком они отказывают. Поэтому пускай все мечты сбываются. Ой, хорошо. Я к вам еще вернусь, мы гуляем. Завтра мы будем гулять весь день. Мы хотим поехать по достопримечательностям. По достопримечательностям. По достопримечательностям. Язык заплетается. Но это Грин-трейн. Это не я. Давай, радость моя. Попрощайся с моей аудиторией. А чего он горчит предпринимает? Ой, горчит, потому что туда еще перчик добавляют острый. Да, потому что мы когда с ней разварили, Аня говорит, у тебя есть перчик такой вот, круглый, черный. И это придает как бы имбирь, да, чуть, но это именно пикантность, да. Имбирь тоже? Нет, имбиря здесь нету, но это именно от этого перчика. Мне кажется, имбирь тоже. Нет, имбиря тоже здесь не чувствуется. Должно быть, да. Имбирь не добавляется. Гвоздика, корица, яблоко, лимон, апельсин и этот корица. А, я сказала корица. Мед чуть-чуть. Я потратила аж 10 евро. Смотрите. Я буду ходить дома и радоваться. Девушка говорит на русском языке. Было очень удобно общаться. Вот эту я бы тоже бы хотела бы. Ладно, у меня столько тряпок, господи, это шерстяное. Угомонисина. Лучше Зара. Музыку слушай. На, подержи телефон вот так вот у меня. Глинтвейн надо. Я пойду положу какие-нибудь деньги. 100 лет. 100 лет. Пойдем в H&M, купим шмоток немножко. Оператор мой нормально снимает?
Что ты там хочешь купить? Да что-нибудь Монтику купим, да поедем к нему. Послушаем музыку за 200. Как дирхамы называются, да, сказал? Динар. Динар. Динар, да? Вот это смотри, это как этот Пятигорский, помнишь, мы ходили в Ярославле? Тогда пивали бы тебя? Девочка в розовой шапочке. Вот она, я тоже так же плясала. Я говорю, ко мне на замену вышла девочка в розовой шапке. Мой оператор. Моя хорошая, куда-то побежала, куда глаза глядят, куда глаза глядят, побежала. Пока я танцевала. Это мой Монтик почистил. Ой, моя собачка, какая колюсенькая. У меня две собачки дома. Две. Ой, боже мой. Ой, это мой Монтик. Как это круто, что нам все-таки
да, вижу. Да-да-да-да, да-да, партизана, о, партизана. Да-да-да-да-да. Опачки. Хлопай сильнее. У меня руки заняты. Костя Федя приходил, как будто песня вот эта такая, ти-да-та-да, ти-да-ти-да, и та-да-та-да, та-да-да-да-да-да-да. Пришли, вот там у нас играл оркестр. Мы зашли в какой-то уголочек уютный. Здесь я какая-то прям винодельня, что ли, я не знаю. Конечно, это, короче, тебе не Дубай. Вот в Германии тоже винец везде, ну как бы это вины, такие кафешки везде. Вообще не холодно. Это сколько ж? А завтра вообще жарко, наверное, будет плюс 11. И солнце обещает. Сегодня с утра было солнышко, да. А сейчас. Пойдем, выйдем туда. Идет сквозная. Давай немножко побыстрее будем идти. Очень красиво. Честно, я уже какой-то прям travel-блогер. Показываю все. Ой, какие здания, да, старые. Окна. А что на окнах такие? Это... Ну да, конечно. Какая улочка интересная. Это проходной такой, параллельно, как в ГУМе гуляешь, когда там бывает, и там практически открытый ГУМ. А мы вышли вот на какую-то миллениум. Народу нету. Время 4 часа и будний день, скорее всего, поэтому народу нету. Ну, балкончики, ну, здание само, ну, страшноватенькое. Ну, старинное. Ну, антенна вообще ржавущая. Ой, ну, какая интересно. Все равно какие-то цветочки прорастают, это какой-то паркинг. А там елочка. Как красиво. И вот почему, говорят, влоги у меня большие. Ну, как не снимать, если я хочу делиться со своими подписчиками всей красотой, которая пока нам не может выехать. Ну да, это мы пешие. Прогулки делаем. Ну, пойдем погуляем. В ту сторону или в ту? Потом. Да нет, Аркашенька, мы отсюда вот пришли. Чуть-чуть прямо. Туда дальше пойдем? Мистер Барчун. Хочу снимать. Большой. Ну, конечно, я не буду всю дорогу снимать. Вы думаете, он добрый? Лоб, да, это самый злой человек в мире. Все сделать, пишут, да. Аркадий такой терпеливый. Дал мне на камеру столько вещей. Шутка, ладно. А то разочаруются к тебе еще. Вырежешься. Нет, не вырежем. Это как эти... Ну, как это называется? Как называются эти... Ну, не вайны, а эти, немы.
собак здесь очень много, вот таких мальтийских баллоночек, я так считаю, это популярно. Ну, народу тоже немало, я бы сказала. Вообще вот так в Европе, если того визы нет, конечно, погулять неплохо, а? Все равно в Европе есть. Ой, не знаю, есть люди тяжелые на подъем. Я, например, нет, тоже, если бы не виза, что бы я делала здесь в Белграде? Раньше кто в Германию любил поездить по Европе. Кто скучает, сюда мы приехали, в принципе. Ну, тоже может Европа. Быть. Нет, я очень хочу один раз в Болгарию и попасть именно вот, ну, в такой сезон. Именно. Вот. В Болгарии, чуть ли не говорю, на Новый там год. Нет, ну там город. Говорят тишина, вымерший тишина, город. Вымерший. Но это наше Поморье, наверное. Там по есть море. Бургас, есть. А Бургас он летом вымерший. Да нет, у Бургас там кишит, там народу кишит, много. Да. Ты не прав. Вот, все то же самое, видите, доставочка, красные чемоданы, все. Че то же самое. Нет. Ладно, на этот момент я сейчас немножко приостановлюсь. Немножко я погуляю. Я тоже не могу гулять все время с камерой. Мне хочется немножко побыть наедине с мужем. Мы с Аркадием пришли в H&M посмотреть вещички, погулять немножко. Нравится — бери. У меня все есть, и прекрасные сапоги. Кстати, оставлю ссылочку в описании профиля. Очень удобно, комфортно. Инчаржи. Ну, типа 3900, ты говоришь, это приблизительно около 3000 рублей рублями, да? Ну, 115. Какой же 3000? Ну, 3000. Да. 3000. В размеры больше, по-моему. Надеюсь, буду спать немножко покрепче. Что-то я эту ночь, немножко у меня волнение было очень такое. Ну, немножко. Не немножко, а множко. Понимаете, я думала, дадут, не дадут. Мы легли спать где-то в 2 часа ночи по местному времени. Это по нашему еще плюс 2 часа, плюс 4. Вставать рано, в 6 утра, завтрак. Ну, короче, все позади. Хорошо, что результат такой, какой есть. Как бы он не может не радовать. Вот. Не говорю, что я завтра прям побегу туда, в Лос-Анджелес, потому что, в принципе, у нас была задача просто пока ее получить. Ну, я с удовольствием бы хотя бы взяла билет, если паспорта вовремя не отдадут. В пятницу мы с Аркадием решили отсюда ехать в Лос-Анджелес. Пускай все сбудутся мои мечты. Мы погуглили билеты недорогие. Билеты стоят отсюда до Лос-Анджелеса 25 часов лету с одной пересадкой в Нью-Йорк 119 тысяч. Это недорого. Вот. И обратно можно в Ереван сразу прилететь через Китай. Тоже недорого, 150 тысяч. Как бы. Поэтому может быть, наши мечты сбудутся, и мы сразу рванем. Если это можно, я должна проконсультироваться с агентством. Мы писали, что мы хотим воспользоваться визой в марте. Так, ну, Аркадий выбрал себе джинсы, свитерочек. Я сейчас снимала на сторис. Ну, вставлю. В принципе, получается... Ух ты! Вот сумочка у меня, чтобы ничего не носиться, от Michael Kors, пожалуйста, на поясная. Вот такая красивая. Народу вообще, ну, мало пока что. Ты моя гитара, я знаю все аккорды. С тобой мы не пара, но мы так похожи. Я у бара пьяный, я не знаю, где ты. А к чему я это пою, интересно? Мне знать.
Просто вспомнила сына любимого. Всем привет! Ну, наверное, никто не знает нашего спутника, Влад. Ну, я пела песню, когда рассказывала, я немножко влог веду, да, тоже. Ты в баре включал какие песни? Я у бара пьяный, значит, я ты моя гитара. Ты моя гитара. Я послушал новые песни тоже. О, локоны, печать, мы пьем вино, мы далеко. Отличная песня у сына, это друг с Болгарии, который нам в бассейн приносил бокалы пива, помню. А это вообще хорошо. Понимаете, все. Да, все помню, все знаю. Да. Очень ценю. Мы пришли, он живет в Сербии. Карен не растерялся, сказал, сейчас дам контакт. Все-таки с местным человеком гулять намного лучше. Он знает. Мы идем в какой-то мост. Да, нет, подожди. Калемегдан. Как называется? Калемегдан. А, Калемегдан. А как еще по-русски больше сказать? Калемегдан. 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 Короче, очень красивое место, говорит. Так что? Старший. Джеб, это что? Джеб? Здесь прям фонари включили, сейчас покажу. Туалет нужен. Я забыл. Туалет нужен. Ничего. Не критично. Час еще вытерплю. Это главная улица. Это главная улица. Это как у нас Новый Арбат. Никольская у нас в Москве такая жизнь. Но она немножко прям вся в фонарях. Она большая. Красивая. Да. Да. Ну, здесь тоже широко. Как бы. Ну, она больше на Новый Арбат похожа, но не на Никольскую. Да. Потому что именно в Новом Арбате стояли такие, как вот домики, где продавали всякие сувениры. На Никольской просто гуляешь, фонари и бутики. Так, мы зашли в кофейню. Сидим, пьем пиво. Еще раз. И в бассейне теперь за столом. Самое что удивительное, что здесь можно курить обычные сигареты, понимаете? Это меня очень удивило, как вот этот, здесь. Это Сербия. Это Сербия, да. Это, по-моему, единственная страна, где можно сидеть в сигарету курить, понимаете? Ну, ничего, я же в стране. В Армении нельзя. В Армении. Ну, в отеле, помнишь, мы приехали и как-то курили. Он был в Германии 2 месяца назад в этой пивной, в которой мы с Аркадием были в огромной. И он показал видео, я просто вспомнила Хуфрау. Как я скучаю, действительно, очень я скучаю. Я думаю, что Черногория тоже нельзя. Наверное, Черногория, она же вообще Европа. Но нельзя. А почему я думала, что здесь река протекает? А река где? Темная вон там, да? Вот да, но это Сава, одна река. Но мы будем увидеть все там. А, там увидите. Да, да, это бедра на воде. На воды. Да, бедра на воде, это новое здание. А, ну тогда пойдемте дальше гулять. Пахнет все равно рыбой. Рыбой пахнет. Это река Сава. Мы спустились откуда-то оттуда высоко. Были в крепости. У нас хороший гид местный. Да-да-да, иду. Да я вот здесь никому не мешаю. Вот так вот стою, снимаю. Машина проезжает. Я стою у дороги. Аркадий, мы идем гуляем. Фух, мне так жарко.
почему-то. Хотя, не знаю, вроде плюс 7 показывается. Но даже пар вроде изо рта идет. А почему так жарко? Ну, от того, что мы много двигаемся, наверное. Оп. Ну, скромно, конечно. Ну, не Москва, мне кажется, и не Дубай. Ну, все равно какая-то вода. Здесь, как он говорит, две реки соединяются, Сава и Дунай. Это и есть, ну, как бы, такая фишка. Ну, гуляющих мало по сравнению с Дубаем. Но он сказал, сейчас среда, во-первых, еще сейчас часов 6. Ну, как бы, что здесь гулять? Дым идет. Добро пожаловать в Белград, говорит. Добро пожаловать. Он нам улыбнулся добром, поэтому добро пожаловать. А как говорится по-болгарски, добре дошли. Добро дошли. Добре дошли, да. Сегодня был прекрасный день. Мы сели в ресторан. Отметить. Под Gypsy King отметить нашу визу. Будем курить в ресторане. Опять будем курить в ресторане, да, здесь же можно. Бамбалейло, лепешка была вкусна? 2,990. 9,000. На карте есть? Пока очень вкусно. Попробуй, ты что за капец? Я думаю, не мясная. А это вообще что такое? Типа хлебушка? Ой. Не знаю, что это такое. Это овощная. Боюсь. Это овощная. Ну, сыр мне понравился и бекончик. Этому заведению скажем до свидания. Поставим ему 10 из 10. Честно, мы посидели очень хорошо. Честно, вот прям настолько вот какие-то блюда были вкусные. Вот так все прикольно. Народ приходил в конце, приходил и приходил. Сербская кухня очень вкусная, мне понравилось. Сейчас мы будем пешком идти до нашего отеля. Наш отель совсем рядышком, сказали, где-то, ну, минут 15. Вот, на той стороне, по-моему, только как туда попасть, это же не мост. Ну, короче, как-то попасть. Очень понравилось. Завтра мы пойдем к Вадиму в его заведение, он тоже где-то работает в сербском ресторане. До 4 он работает, мы, говорит, может, на обед пойдем. Он еще хочет с нами погулять. Спасибо тебе, сынок, что имеешь, как говорится, не имеешь 100 рублей, имеешь 100 друзей. Вон люди бегают, несмотря на время. Время 9 час. Худенький, стройный, ну, надо бегать. Очень было хорошо. Очень они вот прям нашли этот единомышленники два, прям разговаривают все время, что-то говорят. Вот. Молодой парень, 31 год. Мама уже в гости пригласила. Вот. Ой, прям как в Дубае, как этот, как его, Бурхалиф или как там она, пальма. О, Аркашенька, как пальма светится, да, люди бегают. Вообще без этот, без... Они без этот, без этих штанников. Какой-то корабль едет. Ну, практически как в Дубае. Ничего не отличается. Только чуть-чуть дешевле. Между горами. Короче, у нас есть общее по Болгарии говорить, по вот всему. Короче, ладно, увидимся, я думаю, уже завтра. Сегодня я уже больше снимать ничего не буду. Сегодня был прекрасный день. Нам было есть что отметить. Я очень благодарна этой стране, что она мне дала возможность быть, если я захочу, с внуком рядом.
это дорогого стоит. Я, если честно, ну, думала, у меня процентов там 10 есть. Люди бегают, молодцы. О, молодцы. Аркашенька, ну-ка побежали все вместе, втроем, вот так же. До дому, до гостиницы. Мы же вообще из Казахстана. У нас каждую зиму лебеди приезжали на побывку. У меня даже в Инстаграме, если давно поковыряться там внутри, у меня есть, где мы с лебедями их кормим хлебушком. А почему он один? А где все? Где все? Где все? Я не знаю. Респект. Они все. Да, мы гуляем. Мы вышли с ресторана. Этот комплекс, этот огромный. Сейчас с Кареном разговаривали, говорили. Карен, спасибо, что друг у тебя такой есть, что мы можем погулять. Так хорошо посидеть. Привет! Ух, мы, короче, гуляли. Ой, господи! Да, сюда идешь. Мы пришли в наш отель, в Радисон, и обнаружили, показывая Владу свой отель, что здесь настоящий камин горит, здесь есть дрова, и мы обсуждаем, что вот так вот нас даже никто не спросил, какой вы номер. Как бы еще они нас знают, что ли? О, это растение, как у меня, растет. На Болгарии, кстати. Мы прекрасно прогулялись. 16 тысяч шагов мы сделали, у Влада 23. Какая атмосфера. Что ж, прекрасное завершение дня, 23 января. Да, мой Аркашенька, мы находились только, мы устали. Я решила набрать себе ванну, потому что душ, отойди в сторону, я сниму, здесь душевая кабинка. Здесь очень офигенное решение, вот идет, видите, душевая кабинка, я вчера не купалась. Сегодня я без ног осталась, ходила. Нет, мне было хорошо, но мы проходили 16 тысяч шагов. А, здесь очень мне нравится ванна. Вот, сегодня очень был прекрасный день. И он должен просто закончиться вот в этой прекрасной ванне. Здесь дается вот такая соль. Она очень ароматизирована, очень вкусная. И я сейчас просто отдохну, приму душ после тяжелого трудового отпускного дня. Всем доброго утра. Сегодня у меня хоть аппетит есть позавтракать. Вчера я вообще ничего не, как говорится, не могла кушать, потому что, ну, покушала, но все равно при нервном состоянии я не умею кушать. Я нервничала, потому что, ну, этот процесс такой немножко нервозный был. Потому что, как бы я, как говорю, не рассчитывала свой положительный ответ. Ну, нам приятного аппетита. Сегодня с Аркадием мы весь день гуляем. Вот, и будете вы с нами вместе гулять. Хорошего нам дня. Вот мужу сказала, любовь моя, иди, говорю, мне апельсиновый сок выжми. Ничего не хватает. Только что девушка выжимала. Повыше его надо поднять. Как повыше? Здесь, по-моему, здесь не хватает. А, здесь повыше не надо. Ну ладно, не судьба, значит. Вот это не поднимается повыше? Сейчас, excuse me. А, вот, я же говорю, excuse me. Простите, я просто пришла помыть. Ого, чё, я говорю, девушка только что выжила. О,
Вот, теперь спасибо. Ну ты, Аркаш, не знаешь, что так надо делать. Мне ручки не хватает. Но у нее так быстро было, у нее, наверное, сочный апельсин был. Да, у меня был сочный. Да? А-а-а. Я могу порезать парочку. Так, апельсинку я возьму. Из таких вчера были мандаринки, то есть вкусные. Давай, три. Яблочко тебе, виноград. Тарелочку положите. Короче, вот фрукты. Фух, наелась. Ой, какие красивые цветочки. Ну что, получается? Ну еще давай один пригубить хотя бы. Да, правильно, потому что у нее полное ведро было уже шкурок, и вот она пошла поменяла. Что ж, после завтрака мы немножко побыли дома. И вот пешочком пришли в тот же ТЦ, который вчера вот где гуляли вечерком. Ну, он у нас пешевые недоступности. Мы гуляем. Мне пришло сегодня на почту оповещение, что DHL уже передали наши паспорта с Аркадием. Так что поеду сразу в Москву сначала. Доделаю дела, сейчас сразу смысла нету лететь. Страдиварис, да, везде. Хуга, Страдиварис, всякие магазины. Ну, короче, я сначала думала, если мне не выдадут билеты, я прям поеду сразу в Лос-Анджелес. Ну, если это было бы возможно по выезду сразу. Но вроде билеты готовы. В Москве у меня тоже две собаки. Поработать нужно чуть-чуть, есть дела. И, ну, может, на годик бы все-таки собраться, поехать. А, Кариночка, как ты думаешь? Или подождать? Это искусственные цветы. Гуляем. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Через Нью-Йорк был рейс, 115 тысяч, я смотрела отсюда, 19 часов, как бы, летишь в Нью-Йорк, а с Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Да, и потом обратно я даже посмотрела, тоже недорого, 150. Летишь сначала в Китай с Лос-Анджелеса, потом в Ереван, я думала сразу в Ереване побывать в марте. У меня, короче, столько было идей, но пока я их оставила на тот план, потому что паспорта вроде готовы, поэтому нет смысла торопиться. Тем более Аркадий сказал, я даже бритву не взял, он смеется надо мной. Вот цветок, как у меня дома. Видите, большой горшок надо, широкий. Так что, внук, ты меня подождешь, нью-йоркер. Нью-Йорк, он мне говорит. Иди, походи. Мы в Болгарии обычно ходим в нем. Солнышко. Погодка распогаживается, немножко дождик был. У нас этот места столько, Аркадий, нету, сколько мы набрали. Он взял куртку, короче, мы потратили сейчас вот столько же, сколько вчера в ресторане, он говорит, мы потратили. А, практически 15 тысяч рублей. Вот, и вчера мы покушали на 15 тысяч рублей. Ну, как бы, зато сносить будем, не сносить. Так что нам, нас с обновкой. Мы решили пойти отнести это в отель, потому что дальше гулять так тяжело. Выглянуло солнышко, поэтому пойдем сейчас отнесем и пойдем пообедаем куда-нибудь. Я надеюсь, это в камере не будет слышно. Вырезать не буду. Вечно болтаешь, надо, не надо. Вот. Мороженое, пирожное. Здесь у нас, я говорю, открылось уже солнышко. Небо голубое. Сразу настроение хорошее. Только когда пасмурно, все равно, ну, бывает не по кайфу. Так, нам вот туда можно, мы оттуда пришли, да. Сразу прям тепло. Да, отнесем все в отель быстренько и пойдем дальше гулять. Ну, здесь сколько? Минут 15, да, мы где-то шли? Ну, максимум 20.
вот так обводишь. Да, если быстро идти, 15 минут. Завтра тоже обещают солнечный день. Завтра еще погуляем. Мы больше будем гулять уже, все, шопинг закончился. И он уже будет как тоже как гость в своем ресторане. Солнечно. Нет, нет. Вот мы пришли, он говорил, матрешки здесь есть. Короче, ресторан называется, это именно сербский, бабушка. Вот. Нам, короче, мы под впечатлением были, пока ехали. Здесь такое ощущение, здесь вообще как будто вообще другой город, не как где мы были. Здесь такой прям европейский такой, ну вообще классный. Понравилось. Люди вон бегают, молодцы. А мы все ходим, кушаем с тобой. Тоже молодцы. Чего? Уж. Погода шикардос. Ну, пошли. В бабушку. Так, мы вышли с бабушки. Покушали вкусно очень. Аркадий был в восторге от всего. Вот. И идем теперь гуляем опять в центре. По улице Скадовская. Скадовская. Лучшая улица для ресторанов. У Лючи Ракию мы оставили свою. Пускай постоит там. Вот. Ну да. Горячий винар, Аркадий. Вот, видишь, какой здесь этот брусчаточка, да? Как этот мы гуляли? Где мы гуляли? В Германии, везде. В России. В России? Нет, ну есть чуть-чуть. Не совсем так. Скадовская. Это что? Вода идет. Фонтан какой-то. Фонтан, да, Скадовская фонтан. Ну, вообще-то январь все-таки, да. Сейчас здесь буквально в марте уже жизнь закипит, конечно. Да. Да. Это Томас Драйкович. Это привет. Музыкант. Очень приятно познакомиться. Жалко как. Это розы. Это очень знакомый ресторан «Два Елена». «Два Олена». Экскурсовод наш. Вот, рестораны есть, но... Как Мурманский, а он очень любит Россию. И все знают о России.
дошли до речки Дунай в этот раз. Пуделёчек там черный был, такой хороший. Аркадий с Ладом. А, вот здесь прям... Так, я на лавочку присяду. Люди бегают. Шли мы прямо от центра. Нет, какую присяду? Хочу сначала к воде подойти. О, завтра у нас здесь последний день. А это не пойму, что. Здесь есть лестница. Ну да. У меня лестница есть, мальчики. Я иду вниз. Вот лестница есть. Вот набережная. Все. О. И еще. Подожди, еще лестница есть, я не поняла. Ага. Подождите, пожалуйста. Да, я-то жду. Ну а как? Давай. Хочу есть, это... вода здесь. Ну да, да какой лестницы? Не надо бояться, мы не трус, мы не боимся. Сейчас руки смочить, я должна же Дунай первый раз потрогать. А, ву, берег. Опачки. О, здравствуй, Дунай. А, и пошел купаться. Не-не. Короче, я дошла до самого низа, понятно? Не надо бояться. Да, Аркашечка, сними что-нибудь. А, ты с фонариком только ходил. Здесь корабль плывет. Да не бойся. Кади, там корабль налево. Да, да. Типа, да. А я потрогала рукой водичку. Посвети еще фонариком, Аркаш, посвети мы туда. Ага. Большая Европа. А у нас нет ничего, да, мина. Так, зато лестница есть, еще разок спуститься. Я шла и увидела уже ни одного лебедя. А мы только поднялись с набережной. Лебеди. Хоть бы этот фокаччо одно взяли, что ли. Фокаччо. Да, фокаччо, почему меня взяли? Ой, не бойся. Идите ко мне. На, подержи вот так камеру. Чтобы я так палец убери. Вот так. Ну, Аркашечка, пошли в магазин, купим хлеба. Да. Здравствуйте, лебедь. Да сейчас подожди, ведем. Мы сейчас вам хлебушка принесем. Слушайте, я лебедей с 2014 года так близко не видела. Я была в Актау в 2014 году, как раз таки в декабре. Привет. Вы хотите кушать? Я вам сейчас принесу. А это кто, крокодайл? Нет. Он не являет постом. Что это-то? Привет. Гули. Слушай, мы же всегда скормили их, вот со школы шли, у нас хлебушек столовая возьмем, и вот так вот им даем, они берут вот так. Ну хорошо, куда они разбегутся, они знают, наверное. Они будут ждать здесь. Они будут ждать здесь. Так, ждите нас здесь. Ждите нас здесь, пожалуйста. В магазин, быстро купим хлеба. Они все поняли. Конечно. Как красиво. Давай мне фото. Нажал? Да, начал. Лебеди, мы пришли. Простите, но здесь кукурузные палочки. Он хочет с рук. Всем пошло. На, Лисочка. Я чуть-чуть боюсь. Ну, хлеб-то большой был. Не-не, вы не уплывайте. Я туда кидаю, что там много людей. Так, снимай. Пока горизонтально, Аркашенька, давай.
давай сделай паузу, нажми на вот так вертикально. Ого! Еще раз, еще раз? Не больно, не больно, да. Нормально. Ой. 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 О! Давай, давай. Ой. Опа! Молодец. На, еще. Так, ты снимаешь хорошо? Да, да. На. Ой. Ну да, да, я буду бояться. Оп-оп. Молодец, значит, мальчики. Опа. Они мальчики или девочки? Девочки. Карлочка все время говорит, девочки. Да, ты сюда смотришь, мальчики. Ой, я уже совсем не мальчик. Да, теперь можешь этот, сейчас фотографию сделаем. Фотографии? Да. Снимаю. Вот это самый смелый оказался. Вот смотри, он-то не хочет. Ой, он не хочет. Это я не смелая. Давайте. Подожди, спокойно. Опа. Это такие линии у меня. Ой, как красиво. Видел, видел? Да. Снял, как он красиво делал. Прекрасно, прекрасно. Это было прекрасный поход на Дунай. На Дунай. Нет, спасибо тебе, Влад. Ты отвел нас в самые красивые места, которые... Ну, лебедей покормить, это вообще мечта мечтов. Это дорогого стоит. Надеюсь, там красная горит, идет запись, да? А то Аркадий один раз меня снимал, а потом говорит, ой, а я там нету ничего уже. А потом мне говорит, ой, я забыл включить. Такой, как забыл включить такой... Ну простите, кому хватило, тому хватило. На тебе тоже. Опа. Всех постаралась не угодить. Ой, всем не угодить? Да. Мы всем угодили. Мы всем угодили. Пока, мои красавцы. Лебедей обожаю. Это самые красивые птицы. Ну, после розовой фламинго, после можно перечислять много. Все. Птицы красивые. Вот такие маленькие бывают, тоже красивые. Ой. Вчера был один лебедь, а сегодня их смотри. 3. Сколько сейчас? Сейчас считаю. 10. 15 ровно. Вот здесь 14, вот тут 15. Я просто посчитала по 3. Вот больной. Спать хочет. Ну все, до свидания. Вот одну могу дать тебе еще. Вот нас снимай. Я даю ему последнюю. Оп! О, молодец, молодец! Это любовь. Это я люблю, когда они друг другу к носикам, они получаются практически вот так, сердце. Вот так. Точно. Вы красивые. Очень животные. Животные. Они же животные. Просто в виде птицы. Животные, птицы. Все. Ой, вообще. Все, теперь можно достойно идти домой в душ принимать. Я прикололась в ванне. Дальше я скажу, что... Короче, на этот я этот день завершаю. У нас завтра важный день. Мы идем за паспортами, мы получаем визу, выселяемся с номера. И мы летим домой в Москву сначала. Или в Америку, мы еще не решили. Но лучше в Москву. Мы в Америку поедем на год к нашему внуку. Да? Ну, Аркадий, да? Может быть. Да, может быть. Спасибо. Доброго дня, утро. Он Аркадий. Пошел за маслом. Мало ему здесь еды. Мы пришли на последний наш завтрак. Сегодня у нас очень солнечный день с утра, я смотрю. Мы сейчас пойдем гулять. Здесь очень вкусные круассаны. Ну, как и в Дубае, если честно. Водичку всегда берем. Вот тост такой. Кофе. И пойдем сегодня гулять. Где мой Аркадий? Он идет. Приятного аппетита, дорогой. Спасибо. Сегодня был прекрасный солнечный день. После вот завтрака мы с Аркадием выходим. Взяли чемоданы, пакет у нас появился. Добавочный. Фух, пошлите. Сейчас увидите нас с паспортами. Опачки. Аркашечка, я вышла. И ты выходи. Вот уже уборочка идет. А где вторая там? У меня. Одна вот здесь торчит. Вот так вот увидимся с паспортами. Оп.
Пойдем, Аркадий. В этот голубой небесный день покажем конверты наши. Вот так. Все показываем. Положи пакетик пока, чтобы он не мешал. Хорошо, что мы взяли документы хотя бы. Нам бы не дали без паспортов. Короче, я хотела этими эмоциями поделиться со всеми сразу. Мы получили наши паспорта. И мы сейчас их откроем и посмотрим эту визу. Мы можем так вот чуть-чуть показать визу, ну, конечно, без всяких номеров. Давай, раз, два, три, так вот. Приятно. Так, паспорт, давай, давай, досмотри. Нет, уложи все красиво. Спасибо, Дичи. Доставили все очень вовремя. У нас же сегодня вылет. Так, очочки оденем, да, или как, чтобы не плакать? Один, ну ты красивый, ты же взял. Подожди, вместе смотрим. Сейчас таки раз отказ. Отказ, там разрешили или не разрешили. Где ее искать, подожди. Вот, USA. Ну что ж ты сказал, вот я же сказала прятать, ну. Там ничего не будет. А мне не вижу. Ой, а, вижу. Вижу. Так, до какого числа смотрим? А, до 27 года, да. На 3 года. Ну и мы знали, что нам дают на 3 года. Вот так вот сделай, пожалуйста, ладошки. Сильнее. У нас виза. Монтик, я к тебе приеду. Белград, Каспариан, Ина. На 3 года. Теперь можно снять очки. Ну, поздравляю тебя, мой друг. Поцелуемся. 27-й, вот. Аркашенька, да. Вообще, как ты дожил бы один? Как бы ты жил один без меня? Ничего не мог. Сейчас мы это Кариночке пошлем. Да сильно там не светись, но хотя тут ничего такого нету. Угу. Спасибо тебе, Сербия. Спасибо тебе, Белград. Спасибо агентству. Ссылочку оставляю в описании. Девочки делают настолько все, подготавливают, вплоть до того, какие вопросы будут задавать, какие, ну, что надо, как вести себя на собеседование. Потому что, если честно, вы знаете, собеседование проходит 2 минуты. Я вообще не поняла, пришла там талончик сначала, да, не облажаться надо. Но у нас кейс хороший был. Нам сказали, просто говорите правду. Мы работаем, у нас еще и родители, ну, да, дома есть, у нас и сын сюда остается. А, семью и так вот целиком, да, поехать на визу, вероятность отказа больше, потому что кому ты будешь вернуться? Либо ты иди получай без детей, и тебе дадут просто как бы погулять, приехать. А с детьми, ну, нужен какой-то этот, не знаю, либо много путешествовать, иметь кейс еще, вот, родителей, еще, да. Ну, вот. Ну, я рада, вы понимаете, и что нам паспорта вовремя успели дать, потому что у нас вылет сегодня в 9:20, да, новые билеты покупать, все быстро, очень, настолько оперативно, очень жарко, вот. Поэтому сейчас мы будем гулять весь день с хорошим настроением. Болгар. Тоже в начале она. Почему-то болгарская идет в самом начале, первый лист. Вот. А американскую они ставят с конца. Вот. Ну, мы можем так вот еще троих внуков принять у Карины. Карина у нас цель какая была? Если она забеременеет, в принципе, поехать к ней помогать на 9 месяце. И плюс, когда родится ребенок первые 2 недели. Так кататься я не знаю, не вижу смысла. Хотя очень хочу уже поехать на годик ребенку. В принципе, через Ереван я посмотрела, туда-обратно на двоих это стоит 152 тысячи, туда и обратно на двоих. Без багажа, правда. Ну, нам зачем багаж? Мне вот костюм один, у Карины шмоток полно, у Аркадия главное, что тоже, нам багаж не нужен. Всем спасибо, пойдем гулять. Целый влог можно снять. Да, целый влог можно снять здесь. Короче, мы сели. Аркадий говорит, развернись ко мне, получай витамин D. Загораем в центре Белграда, на площади. Тепло, небо голубое. Сидим, отдыхаем. О, а смотри, здесь флага 2. Они похожи. Смотрите, наш флаг горит.
известно, да, там без этого их логотипа. А у них еще по центру идет какой-то логотип. Это, наверное, какой-то театр. Нет. Вверх. Облака идут. Театр. Тепло, можно здесь поспать. Тепло, можно здесь даже поспать. Слушай, как хорошо. У тебя вообще, наверное, хорошо солнце попадает, наверное, жжет, да. Да, прям? А у меня не жжет. Ну, сейчас повернусь, я так удобно сижу. Просто если мне тепло, и то мне уже светит солнце. Тебе еще теплее. Опачки. Во Новый год, да. Мы пришли здесь в центре. Мы в тот раз даже не видели этот торговый центр. Ну, захотели пойти погреться. Макдональдс здесь есть. Пойдем покушаем. Кофе попьем. Ну. По нужде сходим, вон вывеска, кстати, в туалет можно и так в ТЦ сходить. Да просто погреемся. Очень красиво. Здесь лифты, вот здесь мы гуляли на улице. В Starbucks там очередь прям. Ну пойдем поищем Макдональдс. Ну, Макдональдс. А, ну все. Вот здесь еще туалет, то есть это есть. А ты не даже? А, не знаю. Пошли. Опачки. Да, вон Аркадий уже мне отнес поднос, пока я ходила по делам. Очень уютненько здесь. Светло. Я ему сказала сядь где-нибудь у окошка. Вот. Ну, я вообще-то планировала, вот даже там еще лучше места есть. Ну, ладно. Сейчас, подожди, посмотрю. А, нет, да, окей. Отлично, отлично, да. Хорошая территория, да, посидеть здесь можно хоть до вечера. Хоть до вечера. Ой, Биг Мак, мороженое, картошечка. Прикольно. Ну, ничего лишнего, да. Видишь, я заказала. И получается 2000 рублей, да, мы сказали? Больше. Больше. Аркадий говорит, дорого, говорит. Макдональдс здесь, как и в Болгарии, роскошь здесь. Да, еще говорит дорога. Вот так уже. Улица. Все, нам приятного аппетита. Болгарию дорогу. Да. Мы пришли опять. Вот. Где находится эта крепость? Только в светлое время суток. Здесь, как Аркадий мне объясняет, что вот здесь пересекаются две реки. Дунай, на которой мы вчера с лебедями были. И вторая река, как называется, Сена? Сава. А, Сава. Сава. Вот. И вот отсюда можно также нам дойти до нашего отеля, где у нас чемоданы в камере хранения. Мы оставили. Как раз сейчас третий час, пока дойдем, будет 4:30. Посидим там на диванчике, отдохнем. Потом закажем такси. И в часов 6 можно выдвигаться в аэропорт. Сейчас, минуточку, Аркадий. Здесь покажу. О, Лукойл. Вот это здание, которое мы... Вот там где-то наш отель.
Давай сфоткаемся. А вон люди вот наверху, мы тоже там были в тот раз, по-моему. Мы ж как-то, помнишь, спускались вот этот, еще думали, есть спуск или нету, думали, да. Давай. Давай на свой 15-й фоткай уже. А, там хочешь сфоткать? Ну, давай. А то у меня 14-й. Ну, зато терабайт, а не 256 гектар. Гектар. Пойдем. Так, мы пришли вот на такой пик. Здесь фехтовальщики. Фехтовали. Вот так вот. Хочется посидеть где-то на травке. Хочется так уже весны. А что, следующие, вот сейчас выходные будут еще январь, потом уже февраль. Там 4 недели. Отпразднуем годик Монтику. Не знаю где, но предполагаю, что в Москве. Вот, что кататься еще раньше времени. Вот. Иду, Аркадий. Короче, давай еще раз про речки расскажи мне. Вот эта, которая впереди, это Сава. А вот та, которая Дунай, они вот прямо здесь состыковываются. Вот они здесь, вот здесь вот Сава. Угу. Ну, вот здесь. Видишь, Сава. Вот, все. Сава. Это Дунай. Дунай. Вчера мы гуляли по той, да, по Дунаю. По Дунаю. Ну, наверх не пойдем, Аркадий. Пойдем на набережную, по набережной гулять. Ну, пойдем. Ты думаешь, они профессионалы? Ну, нормально. Ну, как? Айде, сейчас само да видим, да. Возьми меня и воду. И кафу и воду. Хочу да видим, меня и воду. Мы поднялись. Кафетерина. Пойдем, да? Просто посидим, скоротаем вечерочек. Ага. Это новые
все, поспала. Ой, как хорошо. У нас здесь хорошо, так припекает, ветра нету, когда лежишь. Закрываю штатив сразу и выключаю. Ой. И самолеты, птицы. Пятница рабочая в Белграде. Все также ездят. Вот с этой стороны вид красивый. Вот на такой холм. Ой, ой, что это было? Так страшно. Так страшно. Он проехал под нами. Вот там мы были. И самолеты эти летают. И вот мы идем, сейчас пойдем по набережной. Пойдем прямо до отеля. Вот Аркадий, спасибо вот в этом плане, то, что он любит пешком ходить. Знаешь, есть люди, не могут столько ходить. Ну, мужчины имеется в виду. Аркадий шел бы и шел бы. Тем более у нас получается, вот он уже 26 дней, как без сигарет. Отказался от своего чупа-чупса, которая электронная сигарета была, которую он курил просто каждую секунду. Нам, по-моему, вот сюда. Мы вот так шли, нет, разве? Нет? А, мы шли вот так, да? А, ну пошли. А, вот так вот и вот так вот. Ну да. Ой, а что здесь такой у них бардак? Ну это вот с реки. С реки? А что не убирают? Будут убирать. Ну по весне, как обычно, наверное. Ну да. Что я удивляюсь. О, сейчас пойдем вот по этой набережной. Ну вот, закат. Хочу вам показать. Мы уже вышли за чемоданами, чтобы выдвинуться в аэропорт. И будем дома. Хочу домой. И до следующего путешествия. Где, когда оно будет, никто не знает. Но я бы хотела это ускорить, этот момент. И все-таки, если получится, прям полететь в Лос-Анджелес на годик к ребенку. Но не буду загадывать. По финансам это все проходит. Ну, было бы как бы время. Но время тоже должно быть. Хочу ли я расставаться так надолго с собаками? Тоже хочу. Ну, вообще преграды нету. Ой, какой закат красивый. Столько людей бегающих. Травка зеленая-зеленая. Нам с Аркадием очень понравилось в Белграде. Прям буду гуглить, сколько здесь стоит недвижимость. Знаете, очень интересный момент. Да, в Болгарии у нас есть недвижимость. Но там не так вот как бы современно, как вот здесь. Здесь смотришь и прибиваешь. Здесь так хорошо.
в принципе, не так жарко, как в Дубае. Вот, ну, знаете, прям пофотографировала, надо узнавать. Можно, конечно, хотя бы, ну, инвестировать сюда в недвижимость денежки, когда построится. Вот прям понравилось мне в Белграде. Очень. Ой, собачки. Собачек много. Ну, как вы знаете, что-то родное немножко есть. Это самый центр, который здесь строится. Вот. Покупаю любую квартирку. И вот виза не нужна. Приезжаешь, живешь 2-3 месяца. Вот парк, пожалуйста. Тоже посмотрите. Белград и Ватерфронт какой-то. Короче. Вот наш Радисон. Мы уже подходим. Мы здесь вот как раз шли дорогу. Сейчас переходим туда. И все по мосту. И мы там. Короче, все. Вот от 2 950 евро за квадратный метр. Очень доступная цена. Что ж, мы дошли до отеля. И нам опять повезло, вот эти два места были пустые. И налили себе водичку. И немножко хотим посидеть, отдохнуть. Нам рано еще в аэропорт выходить. Садись, посиди, здесь Wi-Fi есть. Ой, Wi-Fi. На кресло, пожалуйста. Так удобней. Аркашенька, там удобней. Пока. Ага, добрый день. Вечер. Быстрая подача такси. Яндекс.Такси, спасибо. Аркашечка, пойдем через ад. Через ад. Собачки. Мама здесь. Спасибо, Яндекс.Такси. Ой. Давай. Микки, Винни.
Да откуда же я знаю? Ему так быстро. Снега, конечно, много в аэропорту, что творится. Пройти невозможно. Микки, Винни! Он мне говорит, за минуту не могла написать. Ой, что за сын? Может, стоит там. Ну, у нас магнитика нету, и нам приходится Карена беспокоить. Ну, Карена здесь и близким еще не пахнет. Я удивляюсь этого молодого человека. Ну, что ж ты такого клона себе сродил? Я ему звоню с Бауманки, говорю, спускайся. Он говорит, что я буду в шортах, говорит, тебя ждать. Микки! А может они опять сюда вернутся? Иди посмотри. Микки, 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 Микки! На, возьми телефон мой. Пожалуйста, вот так возьми, 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 возьми. Я не снимал. Как не снимал? Шутишь, да? А у меня Аркадий стареет не по дням, а по часам. Я снимала приход. Всю... Ты мне дала телефон, типа... Слушай, ну ты же должен понять, что надо нажать. Ой, я сейчас упаду в обморок, подожди. Я рассказываю, что мы с этими пакетами, уже собаки даже не целуются со мной. Аркадий, почему ты такой? Мальчики, ты мне дала уже, ты съемки вела. Быстрей. Микки, вини ко мне. Думай, быстрей. Поцелуйте меня еще раз, потому что ваш папа не снимал все наше целование. Микки. Привет, сынок. Папа, мои все первые поцелуи не снимал. Привет, давай поцелуй. Да, давай. Ну, можно было одеться, погулять, Карен, погода-то хорошая. Ну и что, вечером. Ой. Да, мама с папой приехали. Приехали. Ой, добро пожаловать в мой дом. Мальчики! Ой, господи! Я дала папе снять телефон, чтобы он снимал наши поцелуи. У него, видимо, перед передачей как-то кнопочка нажалась, он говорит, я не снимал. Ну, сейчас я проверю. Ты была готова, он нажал, типа не снимал. Ну, и может быть. Ух, Аркашенька. Ну, короче, мы все дома. Ой, ладно, еще дом. Сейчас сниму, как мы заходим. Раз уж все 2 часа догоним уже этого... нашего влога. А то было 1:50. Ой, как хорошо дома. Так спать хочу, сыночек. Устала. Мальчики, домой. Так, аккуратненько. Уже на снегу успела посидеть. Фух. Как будто не уезжали. Все. Все то же самое. Ой, как дома хорошо. Ой, все, финиш для комедии. Так, пакеты с документами как здесь лежали, так и теперь опять лежат. Все. Сейчас мои собаки ужасно радовались мне этой игрушке. Это что за игрушка? Что на вас так сильно? Точно все. Я говорю, а что же за цветочки? Карен говорит, тебе. Я говорю, что ж такое неофициально. Ты должен был с ними спуститься, сынок. Я так этого ждала. Цветы. Мальчики, вы что такие звери у меня? А? Фух, наконец-таки мы дома. Не трогайте мои цветы, пожалуйста. Не трогайте мои цветочки. Ой, спасибо, сынок, какие красивые. Ой.
скучаю. Я люблю вас больше всех. Ой, нет, это собаки, это картина. Ой, у меня такое там постельное белье постелено. Пойдемте. Спать хочу. Все, всем пока. Приятная была поездка, продуктивная. И завершение этого влога. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!